мрачном мире будущего остался только один спорт. Робофайт! Сезон подходит к концу. Монстры прижали охотников к стене. Сегодня у них последний шанс отыграться. Увидим, воспользуются ли они им. Среди обманчиво мирных зарослей в яростной схватке сойдутся. С одной стороны, охотник, не знающий жалости. Стальной шедевр мастера Тугрика Технодрактор. С другой стороны, последний монстр этого сезона. Творение техножреца по имени ВАЗ-2107. Интересно, машина без вооружений. Ну, допустим, встречайте... Кристи! Так кто сегодня окажется охотником, а кто жертвой? Скоро узнаем! Первый раунд. Тишина и благодать, но скоро здесь будет настоящий ад. Технотрактор рвется вперед. Победа в первом раунде за Кристи. Не совсем понимаем, как она это сделала, но... Что? О, у нас нет видео для повтора? В смысле нет видео? Рекламу, пожалуйста. Просьба всем участникам нелегальных гонок. Прекратите хвастаться победами в публичных местах. Кто бы ни проговорился о соревнованиях на прошлой неделе, мы тебя выследим и убьем. Извиняемся, у нас, кажется, какие-то технические трудности в этот раз. Ну что у вас там? Извините, судя по всему, Кристи пускает мощные электромагнитные волны... Что? Слушайте, идет уже второй раунд. Бойцы стоят на месте. Что за чертовщина вообще, а? Технотрактор активировал защитное поле. Он идет на противника. Есть контакт! Раунд 267! Погодите, чё? Какой это бой? Что вообще происходит? Сезон подходит к концу, и монстры прижали охотников к стене. Сегодня у них последний шанс отыграться. Стойте! Это же уже было! Электромагнитное излучение все сильнее! У нас сейчас вся техника сгорит к чертям! Все схроны и тайники. Зарядовый. Не понимаю, что происходит! И где мы? Но, кажется, поле трактора защищает его от воздействия Кристи! Проклятье! Снова прыжок! Ничего не понимаю! Все прекратилось? Все в порядке? Все? Это конец? Чемпионом этого робофайта после победы в решающем... В 374-м раунде... Проклятие, в любом случае, неважно, одержал... Технотрактор! А я это уже говорил или нет?